Друзья, подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить свежий выпуск, а мы начинаем. В сети появилась шокирующая информация о Дмитрии Нагиеве. Анонимный телеграм-канал «Курятник» опубликовал информацию о тайной семье Дмитрия Нагиева. По словам авторов канала, у телеведущего есть любовница и 8-летняя дочь, для которых Нагиев приобрел отдельный дом с 4 спальнями, стоимостью около 30 миллионов рублей. По словам знакомых Нагиева, в Москве живет его сорока 5-летняя любовница Анна Спектр, которая родила Дмитрию дочь Миру. Ребенку, которому дали фамилию отца, исполнилось 8 лет. В честь любовницы Нагиев назвал свой благотворительный фонд «Анна», сообщает источник. При этом у Дмитрия есть законная супруга, радиоведущая Наталья Коваленко. Девушка была любовницей Нагиева еще при его предыдущей жене Алисе. Не забудьте поставить лайк нашему видео и до скорых встреч, друзья!